Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что трое местных жителей содержат наркопритон в центре Сочи. При проверке сведения подтвердились. 51-летний владелец квартиры совместно с двумя своими товарищами предоставлял свое жилище для употребления запрещенных веществ. Хотя и он, и его друг эту информацию отрицают. Ваша квартира является притоном? Нет. Что за люди здесь? Просто пришли в гости. Кто они такие? Ну, я половину знаю, половину не знаю. Ну, как, так, имена не знаю. Вам незнакомые люди в гости приходят? Ну, не к нему, вот, коллегу бывает, это самое, кто тоже приходит. С какой целью они приходят в гости? Поговорить просто. В квартире находилось 9 человек, все в состоянии наркотического опьянения, что подтвердили анализы. При дальнейшем осмотре жилища полицейские обнаружили и предметы, используемые для приготовления и употребления наркотиков. В отношении задержанных составлены административные материалы по статье «Употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача». Сейчас подозреваемые содержатся в изоляторе. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто обладает информацией о таких нехороших квартирах, сразу же сообщать в полицию по телефону 02. Ну а хозяину нехорошей квартиры и другим организаторам притона теперь светит реальный тюремный срок. Санкции уголовной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.